Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальда и Марка. Итак, ребятки, сегодня у нас праздник Пасхи, то есть у нас выходные, и мы решили заварганить шашлычок. Шашлычок у нас будет со свинины. Вот такой он хороший, видите, такие кусочки. Как обычно, ребята, я всегда делаю лук, соль, немного специй для мяса и минералочка. Вот такие большие кусочки. Еще чуть перчику я добавлял. Видите, как она хорошо выглядит все. Сейчас мы быстренько сделаем. Много мы в этот раз уже не мариновали, потому что у нас всего 3 человека. Это даже и то будет много, не Рихарда? Сейчас, ребят, мы будем все это насаживать. Ух ты, руку замарал. Я был, ребят, сегодня еще на даче. Кому спросил, может быть, все это будет в одном видео. А еще будет длинное, то может быть будет 2 видео, ребята. Сейчас мы будем. У меня палочки есть ядреные, с узкого магазина, с ручкой. Я буду насаживать наше мясо. Вот такие хорошие кусочки. А, холодненькая она, я говорю. Так. Ого, так раз тут 3 куска только и влезет сюда. Не рехали? Да, вон 3 штук рофпасен, ну. Вот такие здоровые. Все, ребят, на улице там разжигается. Приходите, пойдет пока снимет. Короче, я делаю сегодня не брикеты рихолика, а обыкновенные дрова будет. Дровяное. Уже она быстрее. Поэтому мне надо быстренько сейчас все это нанизить. Ха, меня снимает, я думал, он снимает это. Вот такие палочки рихолик будут, смотрите. 3 куска. Ребят, смотрите, 3 куска готовые. Все, я работаю дальше. Шашлычок давно не было, не рехали? Шумами люблю. Так что, ребятки, сегодня Вальдемарка наестся шашлычка. А я еще собираюсь рехали сегодня поехать, может быть, на рыбалочку. То ребята просят рыбалку. А там вообще, знаешь, что сделали? Там рехали, говорит, хозяева почистили маленькую дорогу. А вообще сейчас стало круто. Я маленькую дорогу тоже снял. Молодцы там они почистили. Видите, такие 3 кусочка. И палочка шашлычная готовая. Еще один кусочек надо. Мне посоветовали, где я видео снимал, именно про шашлыки. Мне там были посоветовали, делай большие куски. Ребята, по вашему совету, хорошо, что есть YouTube. По вашему совету, например, делаем куски большими, длинные. Что-то у нас домовой зашумел. Картофель, да, смотрите, картошка. Отделана картошка там завызывала. Все кипит, все ждут шашлыка, не рехали? Сейчас мы загрузываем. Вот и приехал я на дачу, первый раз в этом году надо скосить траву. Как видите, трава шибко высокая, прям местами, правда, там где кротыны я нарыли, видите, она такая вот высокая, видать даже. Ну все это мне надо сейчас скосить. Ребята, пока сосед уехал, я тут у него хожу на даче, яйца ищу. Сегодня у нас Пасха. Так, ребятки, вот я на даче нахожусь, траву скосил. Сейчас сосед поехал за своими. Ага, он там яйца попрятал. Ну, короче, у нас сегодня же Пасха, да? И принято так в Германии, что именно в этот день даже делают так, что где-то в парках. Для детей специально яйца, вареные яйца прямо там прячут, где-то в траве, а потом дети идут и ищут там, собирают эти яйца. Ну, я не знаю, как, с чем это все это, почему это так принято, да, я не знаю, я шибко в религии то не шарю. Но я помню, что раньше наша мама тоже так делала, мы жили когда в Казахстане, ну, а там, знаете, в это время еще в апреле там еще снег лежит, не? А, ну, она тоже делала, у нас просто были такие вот корыца такие деревянные, да, ну, отец самодельно делал. И туда она тоже вот садила просто пшеницу,
И она тоже до Пасхи вырастала, уже такое тоже, ну, зеленое все такое, зеленое было. И мать тоже положила яйца именно к Пасхе. Но мы тогда ошибку-то, ну, не понимали в этом, потому что как-то там не было принято, да, чтобы верить в что-то, да. Ага. Ну, наша мама тоже так делала. Вот и в Германии тоже так самое. Вот сейчас сосед взял. Ну, молодец. Сейчас приедут, его внуки приедут. И самое. И будет ходить, значит, по участку искать эти яйца. Ну, по-любому, он специально, говорит, я, говорит, сделал так, чтобы на видном месте уже положил. А то в прошлом году, говорит, не все нашли. Ну, вот как-то так вот. Короче, ребятки, все я скостил. Сейчас я вам покажу. Все, ребятки, я все убрал тут. Скосил, сейчас кое-где, где еще ветки там валяются, все это еще нужно. Конечно, работа до хера еще. Но основное еще вот хотя бы скосил траву. Вовремя ее скосить, иначе она потом шибко такая большая, и потом уже тяжело косить. А так, в принципе, нормалек. Все скосил. Ну, сейчас еще поковыряюсь, потому что мы сегодня хотим, ну, дома будем шашлык делать. Я сразу отсюда заберу маленький наш, самый дешевый такой мангал. Надо просто меня забрать. Дома у нас просто круглые, а мне нужно, чтобы не было круглое, чтобы можно было, значит, палочки ложить. Ага, ну, шампура. Видите, вот, все я скосил. Хорошо, что я здесь в том году все было выровнял, да? Делал вот эти ступеньки вниз. Тут все выровнял, посадил траву. Видите, трава отлично уже выросла, хорошо. Вот эти, в этих горшках так я еще ничего не посадил. Что-то я палка тыка, там внизу как пустота. По-моему, там мыши все выгребли, наверное. Мыши тут валом. Ваську бы сюда. Ну, теперь хочу вот еще здесь подмести мостик. Ведь уже метелка там лежит. Просто пока Ванька уехал, сосед, я думаю, пойду сниму. Его там яйца заховал. Вот так вот. Вода, воды мало, конечно, вода упала. Он тоже пробовал, кидал удочку, что-то у него ничего там не ловится. Я говорю, может быть, я тоже после обеда приеду. После шашлыков. На рыбалку. А у тебя цена не ловится. Я говорю, это у тебя не ловится. Ага. Отлично. Ну, ветерок, конечно. Ветерок. Сегодня обещают до 19 градусов тепла где-то примерно, наверное. Хотел с ночевкой. Да, это прохладно по-любому утром. А завтра вообще будет всего 9 градусов тепла. Даже днем. И сильный ветер будет. Поэтому я подумал так. Наверное, с ночевкой я не поеду. Ну, я посижу сегодня, ребята, ради интереса. Удочки закину. Ну, где-то после обеда я поеду, наверное. Уж ребята уже просят, Вардемар, когда будет рыбалка. Там мне и самому тоже интересно. Ага. Ну, я, наверное, после обеда поеду. Еще будет настроение. Попозже посижу, пока потемнеет, наверное. Завтра все равно у нас тоже выходной еще. Ну, как-то так вот будем. Сейчас еще маленько поработаю. До часу, наверное, домой поеду. Шашлыки жарить, ребята. Ребят, хочу показать. Какие люди молодцы, смотрите, убирали все. Видите, теперь какая-то против солнца будет. Какая тут территория, теперь можно спокойно проезжать. Примерно так раньше и было. Видите, как молодцы, молодцы еще убрали, все это сделали. Теперь будет великолепно. Видите, только один сосед еще остался, еще он не убрал здесь его кучка. Но он, наверное, и не будет убирать. Было неплохо, если бы еще эту кучку убрать. Вообще был бы исключительный. Молодцы. Наконец-то кому-то дошло. Мне это нравится исключительно. Видите, как будет здесь все широко. А была она вот так вот, как эти слобики примерно до сих пор. Так мало было. То есть маленько так было. Как раз на одну машину проезжалась. Две уже были, не разъехались. Все, молодцы, молодцы, ничего не скажу. Молодцы. Молодцы. Есть добросовестные люди, да? Видите, весь этот хлам. Есть добросовестные люди, которые понимают, что нужно где-то машины парковать. Что, не дай бог, если что загорится. Молодцы. То есть я имею в виду, если загорится, что не сможет проехать даже пожарка. Исключительно. Полностью еще если это ухо бы убрали, вообще было бы отлично. Было бы отлично. Все, ребята, поехал я домой. Поработал маленько. Хорошая погода. Пойдем домой, жарить шашлыки. Все, ребятки. Сюда. Что за две штуки как-то занести сюда? Не? Генава. Раз, 12 штук. 12 штук.
20 палочек. Сейчас на свете у нас хорошо пожарится. Маленько будет шумновато. У нас соседи тоже шашлычек. Но мы через забор. Так что еще кто хочет нас стукануть. Говорят сейчас, что в Германии вроде бы такие большие штрафы. По 10 тысяч, по 2 тысячи, хотя мы не верим, доехали. Да. Там может быть 200-300 еще может быть. Чтобы по столько много тысяч. Так что, ребят, пишите комментарии, кого оштрафовали. Или вы тоже где-нибудь, может быть, слышали, как мы тоже. Там кого-то на 2 тысячи, там на 5 тысяч. То, что собирается. Собака тоже хочет шашлыка. Сейчас будем жарить. Уже жарится. Пахнет хорошо. Бои уже готовы, мне кажется. Они уже готовы. Еще не завтра. Да, по-моему, нормально. Надо попробовать просто. Пока эти все еще не сгорели остальные. Бляха-муха. Раскутся голос. Ага. Лайки. Хочешь, надо ходить к Болдану? Серьезно? Ну, такое. Так, ребята, мы собрались. Сегодня праздник, Пасха. Тут решили тоже сделать шашлык, машлык. Валентина Ивановна тут наготовила салаты, картошечка. Рыбку даже пожарила. Вот такие у нас цветочки. Батька любит их. Грызет потихоньку язвы его. Так, ребят, сейчас мы просто посидим, покушаем. Ага. Ну и, наверное, поеду на рыбалку. Так, ребята, давайте. Желаем вам всем здоровья. Собачка вам тоже желает здоровья. Но, по-моему, не очень-то что-то натяпает. Ребята, желаю вам всем здоровья, благополучия. Конечно, это пока еще этот долбанный этот вирус. Нельзя собираться со всеми с друзьями, даже с семьей. Если есть родственники, которые живут где-то у вас, не в одном доме встречаться нельзя. К сожалению, вот так есть, ребята. Но будет еще будет время, будет еще много праздников у нас впереди. Так что все наладится, все будет хорошо. Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия. Если вы сейчас не сможете с друзьями встречаться, значит, встречайтесь через телефон. По телефону уже можно там делать такие, как видеовстречи и разговаривать. Давайте, ребята, здоровья вам всем, а мы будем пробовать еще шашлык. Обалденно, ребята. Сочный. Сейчас вам показать. Обалденно. Вкусный. С хлебушком. И, друзья, ставьте лайки, балалайки. До следующей встречи. Так будем, да, наверное? На этом будем все. Приду еще салатик. Ну, Макс, салатик вот такой. А крошки нету? Нету. Ребята, будем виски пить, кушать шашлычок и запивать чем-нибудь, наверное. Пока. С вами была Домашка, Рихарик, Валентин Иванович, кот Вася. Пока-пока. Всем всего хорошего. Пока. Чао-чао.